Канализационный коллектор, который обслуживает порядка 50 тысяч жителей, принимая сточные воды от щелковских микрорайонов Чкаловский и Бахчеманджи, а также Анискинского и Свердловского поселения и Звездного городка, начал разрушаться в конце прошлого года. За этот период специалисты межрайонного Щелковского водоканала выполнили комплекс первоочередных аварийно-восстановительных работ. Заменили несколько поврежденных участков и наладили работу мобильной перекачивающей станции. Тем не менее, новые очаги обрушения изношенной железобетонной трубы фиксируются еженедельно, и угроза чрезвычайной ситуации сохраняется. Вопрос на контроле районной комиссии ПЧС, возглавляет которую глава района Алексей Валов. Происходит обрушение канализационного коллектора, перекрытие, соответственно, через трещины и дефекты канализационного коллектора продолжает засасываться песок. Он распространяется по всей длине. Предлагаю принять решение на комиссии и приступить к работам аварийного характера по замене участка канализационного коллектора, который подвергся обрушению. Или по результатам экспертизы будет подвергаться обрушению в течение короткого времени. Ранее районная комиссия ПЧС уже принимала решение о восстановлении отдельных участков коллектора и выделении средств на локализацию и ликвидацию аварии. Такое решение позволяет выделять средства на проведение работ по упрощенной схеме. Будут выделены средства из резервного фонда губернатора для восстановления целостности участка коллектора там между определенными колодцами. Вот, всего нужно будет восстановить порядка 960 метров 600-го диаметра коллектора и порядка 2 километров 400-го диаметра коллектора. Специалисты водоканала спешат успокоить жителей. Несмотря на сложности, ситуация на коллекторе остается под контролем. Жителям беспокоиться не о чем, потому что водоканал работает в круглосуточном режиме и выполняет перекачку стоков с помощью перекачивающей станции. Излива на поверхность, затопления коллектора, подвалов не будет. Ирина Микеда, Валерий Жиглей, Сергей Максимов, телерадиокомпания «Щелково».